Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Турецкий сериал «Ребенок» выходит на телеканале Star TV по понедельникам. Сейчас краткий анонс и дата выхода новой серии. В прошлом эпизоде Асие придумала хитроумный план, который должен помешать войне между ее сыновьями. Акчи в замешательстве. Она между сыном и его отцом, как между двух огней, и ей даже довериться некому. Шуле хочет избавиться от маленького Эфе. Очень скоро, возможно, она узнает правду про Акчи. И чем это обернется, пока неизвестно. А Асие готова пойти на многое ради своего семейства. Она даже может пожертвовать человеком ради достижения своей цели. Напоминаю, что дата выхода новой четвертой серии запланирована на 30 сентября текущего года. С русскими субтитрами она появится уже на следующий день. А с русской озвучкой эту серию можно будет увидеть в сети уже 2 октября. Если не хотите пропустить даты выхода любимых сериалов, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.